Туристический рынок России продолжает уверенно расти. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в стране появляется все больше средств размещения. В регионах идет работа по созданию глэмпингов и кемпингов с участием государственных субсидий. Только за прошлый год фонд российских гостиниц и других средств размещения вырос на 60 тысяч номеров. Благодаря этому увеличивается и турпоток. Так, в 2023 году число гостей, проживающих в гостиницах, составило 83 миллиона 600 тысяч человек. Это на 14,3% больше, чем годом ранее. А в первом полугодии 2024 года в различных отелях и гостиницах страны остановились 38 миллионов 800 тысяч туристов. Это на 11,8% больше, чем за такой же период прошлого года. При этом число зарубежных туристов выросло на 42,4%. Услугами российских отелей воспользовались 1 800 000 иностранцев. Растет турпоток из стран Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона. Ведется работа по налаживанию двусторонних связей, запуску прямых чартерных авиарейсов и позиционированию России под единым брендом Discover Russia. Хороших вам новостей!